Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И совсем недавно я снимал для вас такой домик. Не знаю, еще, наверное, не публиковал, но сегодня публикую. Этот дом снимал. 44 миллиона рублей он стоит. Само собой, дом черновой. Соответственно, сюда есть отдельный заезд через КП. Абы как бы сюда не проехать. Ну и, в общем, сейчас хочу вам показать один интересный дом. Чем уникальность этого дома? Просто, да, на секундочку. Чем уникальность этого дома? Уникальность этого дома заключается прежде всего в том, что здесь, соответственно, есть парковка. Как вы видите, здесь можно разместить спокойно, в том числе, два автомобиля. А при желании можно и три автомобиля. И, конечно же, уникальность этого дома заключается в том, что мы находимся с вами... Вот, смотрите, это у нас, наверное, вы уже знали, да, что такое Меркато. И до центра Сочи вы можете доехать не больше, чем за 5 минут. Я скажу честно. Мне вот именно локация, эта улица у нас водораздельная, она мне прям реально нравится. Вот эта локация мне прям однозначно заходит, потому что ты находишься максимально близко к центру, при этом нет никакого дискомфорта от шума трассы и так далее. Ну и, конечно же, дом, сразу говорю, он недорогой. По сути, этот дом продается бесплатно. Почему? Смотрите, здесь 10 соток земли. Например, кто меня уже давно смотрит, и кто смотрит в том числе и другие каналы, они понимают, сколько же здесь стоит сотка земли. Так вот, здесь, по сути, продается земля. Земля с деревьями, с такими красивыми насаждениями. Еще раз повторюсь, здесь 10 соток. И, конечно же, здесь есть цокольный этаж, основной дом. Сейчас попробуем с вами все это посмотреть. Ну, реально посмотреть. Я приехал сюда, если честно, больше, знаете, для себя. Потому что посмотрел, вроде бы не фейк. Нормальная цена, адекватная цена. Во всяком случае, все, что я планировал себе построить и поставить, во всяком случае, в этот бюджет я не укладывался. Да, есть всевозможные грядки, такие, да, очень много зелени. У нас вот хурма растет, да, вот это тоже красивое дерево есть. Здесь, соответственно, еще гранаты растут. Ну и давайте попробуем с вами посмотреть, что же здесь есть. Везде есть такие всякие зоны, так называемые там барбекю и тому подобное. Само собой, да, участок, конечно же, такой, да, мягко говоря, может быть, не самый комфортный. Вы это можете увидеть. Но, опять же, ребят, опять же, если мы будем с вами смотреть, само собой здесь горы Косогор, но посмотрите, да, обыграли его очень хорошо. И мы сейчас находимся тогда, когда здесь уже, в принципе, уже все. Но сегодня 2 ноября, сами посудите. Попробуем с вами посмотреть. Блин, страшно спускаться, думаю, вдруг я возьму и сползу по этим камешкам. Ну, бывает, да, такое. Можно, конечно, здесь сделать все гораздо лучше и интереснее можно сделать. Но факт остается фактом. В целом концепция очень даже такая интересная. Ну, земли действительно хватает, 10 соток действительно земли хватает, здесь и ЖС, и при желании здесь можно было что-то еще такого замудрить. Здесь, соответственно, у нас гостевой домик, куда же без этого, да. И вот если мы с вами посмотрим, внизу у нас там тоже есть безумно дорогие коттеджи. Здесь у нас забор по периметру сделан, дальше уже идет такой большой свал, даже территория, часть национального парка. И да, вот здесь вот, вот что видим, как говорится, то видим. Теперь что касается в целом, да, вот этот камешки тоже сделали, кстати, более-менее нормально, комфортно ходить даже после дождя. И здесь действительно, знаете, кто захочет с детьми поселиться, здесь просто для них одно удовольствие. В каком плане удовольствие? Здесь, конечно, гостевой, да, вот такой вот сделан, непонятно как. Но опять же, да, все это решаемо, все это делается. Если навести порядок, обновить, приехали гости, все равно могут вот в этой комнатушке, там, приехал теща в гости, там, или еще кто-нибудь, могут вам спокойно разместиться. Даже здесь, видите, здесь отдельно даже что-то есть. В общем, довести до ума однозначно можно. Тут даже и разговоров не может быть. В этом бюджете, я считаю, да, в конце я вам озвучу цену, вы просто обалдеете. Вы поймете, что, в принципе, этот вариант не просто чем хороший, а этот вариант действительно шикарный. Давайте мы заглянем с вами в каждую штучку-дрючку, да.
Вот здесь мы не сможем заглянуть. Также у нас есть возможность туда пройти. Но там придется нагибаться мне. Это у нас здесь хурма. Не, ну в целом, как бы, не знаю. Хотя давайте пройдемся. Надо же все посмотреть. Да и здесь можем пройти. Вот кому нужен огородик свой, кто вот мечтает в Сочи, да, что такое. Кому нужен дом обязательно с газом, кому нужно земли. Потому что вот я сейчас, вот у меня каналу 7,5 лет. 7,5 лет я снимаю для вас ту или иную недвижимость. У меня на моем канале самое большое количество домов, которые можно представить во всем прекрасном городе Сочи. Ну реально, больше, чем домов у меня, нет ни одном канале в этом городе. Да, есть выход в лес. Не, ну в целом так хорошо, да, все сделано. Посмотрите, да, даже при желании здесь можно там бассейн сделать, при желании можно сделать еще что-либо. Как бы, знаете, вот здесь я себя даже как-то чувствую даже довольно-таки уютно. Здесь нам надувной бассейн ставили. Вот такое сейчас есть лобное место. Не знаю, наверное, Бузову ждали. Ну и вот здесь, если посмотреть, да, посмотрите, да, места прям реально предостаточно. Само собой, да, конечно, можно было здесь делать эти опорные стены, все. Но вот некоторые берут и вот с рельефом вот так вот у нас поиграли. Ну, по мне, я считаю, что сделано очень даже интересно. Во всяком случае, например, вот если бы такой дом, например, для родителей, они бы остались бы довольны, да? У папы целая куча всевозможных сарайчиков, целая куча возможностей там, где там удочки хранить или еще что-нибудь. И говорю, самое главное, это, наверное, доступность именно к центру. По сути, мы в центре. Это у нас цокольный этаж. В цокольном этаже у нас имеется вот такая банька. Значит так, это у нас здесь каменка, это у нас на электричестве. Здесь имеется санузел. Здесь же у нас имеется ванная и душевая. Небольшая зона отдыха. Здесь, соответственно, у нас располагается как раз котел. Тот самый. На всякий случай водонагреватель. И вот здесь у нас, в принципе, гардеробная. Все довольно-таки, я считаю, что неплохо. Все, что нужно, все есть. И, конечно, можем с вами спокойно подняться, в том числе и из цоколя на второй этаж. Что мы сейчас с вами, наверное, и сделаем. Ну, смотрите, вот первый этаж, ребят. Вот сам дом 6/9. Соответственно, первый этаж, вот, например, если именно жилой, он у нас идет именно каркасный. Ну, хороший, дорогой каркасный. Нижний, получается, цокольный этаж весь каменный, все здесь на сваях, все. Ну, и вот здесь вот такая вот у нас гостиная и вот такая вот зона кухни. Тоже все в целом, все хорошо, красиво, экологично. Вид на свой сад, вид, соответственно, кстати, высота потолков 3 метра, обычно в каркасниках такие высокие потолки не используются. Ну и знаете, вот я как бы себя не ощущаю здесь в каркаснике. Как бы ты идешь, ничего не играет, монолитное перекрытие. И в этом отношении все довольно-таки хорошо. Даже вот здесь, да, тот самый случай, когда ты можешь смотреть на свою хурму, тоже большой и огромнейший плюс. Ну не знаю, во всяком случае для меня так. Первый этаж. Кухня, гостиная, в принципе, как мне и нравится. Тоже, в принципе, все довольно-таки достойно. И из плюсов здесь также есть интернет. Здесь центральная канализация, центральная вода и, конечно же, центральный газ. Тоже, конечно же, немаловажно для многих из вас. В целом, зачет. Давайте поднимемся с вами теперь уже на полноценный второй этаж. Всего, получается, 3 этажа. И плюс еще много чего тоже интересного есть. Да, кстати, вот сейчас тоже озвучу цену, чтобы вы понимали, да, что там хорошего, что там плохого. Наверху есть санузел.
тоже довольно-таки важно. Здесь есть спальня, тоже довольно-таки небольшая, но сами видите, да, тут двухспальная кровать, еще что стоит, тоже в целом неплохо. Здесь, соответственно, у нас имеется такая небольшая библиотека и кабинет. Тоже, кстати, с видом на горы, да, кстати, тоже хорошо все сделано. Ничего плохого не нахожу. Ну и, само собой, есть еще одна спальня. Вот эта спальня, конечно же, побольше, еще и со своим санузлом. Ну, это прикольно, конечно, сделано. Да, прикольно сделано. Обалденно сделано. Вот это своя территория. Ну, круто, круто, круто. В целом, как бы, ничего такого плохого не нашел. Во всяком случае, ты заходишь в этот дом, ты можешь зайти сразу и жить. Здесь, да, получается, у нас два санузла. Внизу еще есть санузел. И, говорю, есть возможность, например, сделать тот же самый гостевой домик при желании. Можно сделать отдельно большую баню, если вдруг потребуется. Хотя, думаю, вряд ли она кому-то потребуется. Рядышком тоже хорошие, достойные дома. Прям большие домики. Ну и внизу там целая куча супер дорогих коттеджей. Так вот, соседский дом Черновой продается за 44 миллиона рублей. И там всего лишь 3,5 сотки земли. Здесь у нас 10 соток, ребят. 10 соток, понимаете? 10 соток. И на секундочку, весь этот дом на 10 сотках, да? Ну, локация бомба, согласитесь, да? Локация просто шикарная. Все, закрытый въезд, все. Просто так никто не может заехать, там никто не может тебя подпереть, ничего. Здесь цена 26 миллионов. Ну, за 26 миллионов, я думаю, такой дом, он имеет право на жизнь. 26 миллионов, это прям совсем хорошая, прям крутая цена, я вам серьезно говорю. Можно взять в том числе ипотеку и все. Но вопрос, понравился ли он мне, однозначно понравился. В этом бюджете, я помню, тоже снимал деревянный дом где-то в Альтевске. За эти же деньги я снимал черновые дома еще. Но здесь, за эти деньги, я считаю, что более чем достойно. Самый большой плюс, это, говорю, земля, 10 соток. Действительно, можно все, что угодно. Всякие беседки, зона барбекю, костровая. И самое главное, мы находимся в 5 минутах езды именно от Светланы. По хорошей, нормальной, комфортной дороге. По этой дороге мы с вами поднимаемся. И все, и вы спокойно выезжаете через транспортную. И все. И причем здесь, видите, как бы вроде улица транспорт, но здесь тишина, спокойствие, нет никаких лишних шумов, ничего. Я считаю, что тоже это огромнейший плюс. Вот как бы так. На этом с вами прощаюсь. Конечно, я понимаю, что вы у меня все кубатурите, все, вы у меня эксперты, супер-мега-эксперты. Сейчас начнете критиковать и так далее. Ну, критикуешь, как говорится, как говорил когда-то Сталин, предлагай. Приглашайте меня в гости, показывайте ваши варианты за 26 миллионов на 10 сотках земли с центральным газом, с центральной водой, с центральной канализацией. Показывайте. Но почему-то вы можете только в комментариях написать всякую дичь. Всем добра и пока.